И еще одна встреча в Сенате. Дариға Назарбаева встретилась с главой Банка реконструкции и развития, которого ранее принимал президент Касым-Жомарт Токаев. Спикер Верхней палаты парламента отметила, что ЕБРР является важным партнером нашей страны и подчеркнула важность поддержки, которую банк оказывает в модернизации экономики и программ, направленных на повышение благосостояния казахстанцев. Ранее банк вкладывал инвестиции в сельскохозяйственные, IT, инфраструктурные секторы, а также в развитие возобновляемой энергии. В свою очередь Сумач Акрабарти отметил, что следующая пятилетняя стратегия ЕБРР будет продвигать в нашей стране банковскую сферу и кредитование малого и среднего бизнеса.